На крокодилью реку Аделаид Рива. И сейчас мы поедем в круиз и будем смотреть, как прыгающие крокодилы выпрыгивают из воды и хватают куски мяса, кровожадно сжирая их в одну секунду. В общем, это некий такой тур. Стоит билет $45. Мы поедем на небольшом таком, как даже сказать, кораблике. И где, естественно, будут рассказывать про этих крокодилов. Крокодилы плавают везде. Они абсолютно дикие, это никакой не зоопарк. Просто люди купили, значит, этот кораблик, продают билеты и возят людей на этой реке, где живут эти крокодилы. В общем-то, вот и все. Ну, что из этого получится, мы увидим через минуту. Пока. Wow. Is it a child or it's adult snake? Teenager. Это мы сейчас в киоске, где можно купить билеты. Мы, правда, билеты покупали заранее по интернету. Ну, вот можно купить здесь, что-то перекусить. Цены, конечно, ломовые на всякую воду, мороженое и так далее. Ну, как положено. В общем, ждем начала. А вот смотрите, тут вот написано, что осторожно, в этой реке есть крокодилы, живут точнее, поэтому нельзя плавать. Что чистая правда. Вот тут даже они приготовили такие вырезки из газет, где, значит, написано, что вот кого-то там крокодил съел, на кого-то напал, потом, что крокодилов этих отстреливали, в общем, всякие вот такие статьи. Ну что, мы на лодке, уже только что увидели крокодила, не успела приблизить, нам сказали не останавливаться, крокодилы будут везде, так что еще поснимаю. Мутная река Амазонки нас ждет. Почему Амазонки? Ну так, по приколу. А вот и первый житель этой речки. Смотрите, лежит, отдыхает. Ну а сейчас нам покажут такой традиционный аттракцион. Вот он привязывает работник, значит, на длинную палку куски, точнее, кости мяса и начинает привлекать вот таким образом крокодила. Кстати, нам, значит, рассказывали, что ни за что, вот, например, почему нападают на рыбаков часто крокодилы, когда кто-то там на берегу ловит рыбу. Потому что крокодилов привлекает вот этот всплеск воды изначально. То есть они как бы рассматривают это как жертву. А потом уже подплывают они, чтобы посмотреть, так сказать, почувствовать поближе, что же это такое там плескается. Поэтому нам говорили, что нельзя там на берегу мыть, например, руки. Нельзя заходить по колено в воду. Ну и, естественно, нельзя плавать. И вот эта речка, она достаточно большая, и вот она в Дарвине. И в Дарвине есть еще много таких небольших речек, ручьев, где тоже везде крокодилы, которые мигрируют там с одной речки на другую, с одного ручья на другой ручей. Значит, в сухой сезон, dry season, когда нету дождей,
А крокодилы в основном концентрируются на каких-то, ну вот где большее количество воды, там они концентрируются. А в сезон дождей, вот когда мы были, они рассредоточены везде. Что с одной стороны страшно, потому что точно можно везде, так сказать, на них попасть. Но с другой стороны, если хочешь, например, их снять в совсем дикой природе, то их стоит поискать. А специально привлекать тоже не хочется. Хотелось бы как-то издалека на них просто посмотреть. Ну вот так он вяленько, так сказать, на это реагирует, потому что, наверное, до нас еще было куча групп, и они уже накормлены здесь. Но это дикие крокодилы. Что, конечно, интересно и здорово. Ребят, ну что, вы все видели? Значит, сейчас подъезжаем в место, где крокодилы отдыхают, лежат, в общем, короче говоря, отдыхают. Ну, они тут, конечно, прикормлены, но все равно круто, огромный. К сожалению, вставать не разрешается, то есть можно только сидеть, поэтому вы видели, что съемка идет, что видны прутья вот этой лодки, но все равно это круто. Я постараюсь снять по максимуму, чтобы все было видно и запечатлено. Супер! Капитан лодки рассказывает, что водолаид Рива вот на этой реке водится около 7000 взрослых крокодилов. То есть каждые 50 метров находится крокодил. Но, естественно, не всех мы видим, потому что они часто прячутся на берегу, либо они погружаются на дно, поджидая добычу. В общем, такие хитрые создания. Слушайте, мне этот крокодил напоминает кошку, которая играется с привязанной какой-то игрушкой к палочке. Сейчас рассказывают, что это крокодил, который потерял передние лапы. Посмотрите, как жалко его. Вот заборолся за территорию и либо за самку. Приключения.
сейчас у крокодилов сезон размножения и откладки яиц. И вот здесь вы можете видеть, это проход самка, куда она откладывает яйца на берегу. Ну что, капитан сейчас рассказывает всякие истории, он вообще постоянно рассказывает всякие истории, я потом приведу. Но вот последняя история, что в прошлом году погиб серфа, его предупреждали не подходить близко к воде, но он подошел, чуть-чуть ниже колена была вода, и крокодил его съел, и потом тело нашли растерзанное через несколько дней. Вот так вот, поэтому купаться строго запрещено, это действительно опасно. Каждые 50 метров крокодил, вы сами понимаете. Это того стоит. Реальные крокодилы, дикие крокодилы, это никакой не зоопарк, реальная речка, на которую мы потом поедем, посмотрим, что это такое уже без экскурсии, так сказать, частным порядком. Здорово, мы в Австралии. 9 лет я живу в Австралии, и только сегодня я почувствовала, что я действительно живу в Австралии. Ехали буквально несколько метров от этой реки. И вот здесь, значит, небольшие какие-то, просто буквально лужицы и трава длинная. И там уже вдалеке знак, который говорит, что осторожно, здесь могут быть крокодилы, не заходите в эту траву и в эту воду. Вот так вот, ребята, Австралия, Дарвин. Если понравилось видео, ставьте лайк и кликайте на кружок в центре экрана, чтобы подписаться на канал. До новых встреч!